В прошлом году в санаторно-курортных организациях и загородных оздоровительных лагерях Краснодарского края отдохнуло более 400 юных славянцев. Также благодаря краевой поддержке ребята получили уникальную возможность бесплатно пройти комплексное санаторно-курортное лечение на базе Славянской больнолечебницы Приазовье. Длительность путевки 21 день. За это время дети проходят полный курс лечения, которое каждому ребенку назначается индивидуально с учетом его заболеваний. Для того, чтобы оформить бесплатную путевку для своего ребенка в возрасте от 4 до 17 лет включительно, необходимо написать заявление в многофункциональный центр и предоставить необходимый пакет документов. Более подробную информацию можно узнать в Управлении по вопросам семьи и детства по телефону 434-13.